Работаем, работаем. Так, где-то моя палочка. Не-не, Маша, Маша, ты что, в окошко? Еще раз, Маша, я тебя накажу. Пожалуйста, чуть-чуть. Хорошо. Так, вы остановились, ну вы сюда, и тоже здесь остановились, так, еще раз, смотрите внимательно, я смотрю на Машу, всю, да, и не даю ей мяч, почему? Потому что она может быть не готова, когда человек готов, когда руки у него вот здесь, вот если Маша руки, вот, теперь я передаю две вещи, смотрите, где руки, смотрите, где глаза. Если руки здесь, а смотрит она туда, то вы не кидаете. Преподавателю мяч, вы передаете да, руки. Параллельно полу. Потому что он может отвлечься. Значит, сейчас Машенька сюда. Параллельно полу. Еще, еще. Вот сюда лицо все ко мне. Справа, да, полу. Лицо ко мне. Вы. Николай здесь. Ухо сюда. Вы сзади них. Сейчас боком идет. За Николаем. А ты сюда один ухо. Расстояние. Становись сюда. Сюда еще. Николай. Ой, да, вот так. Смотрите. И передвигаемся. Туда передвинулись. Берем мяч и обходим. Смотрите. Три, четыре. Оп, и пошли. Вот оно. Движение. 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 Даже сделали до конца. Ушли в сторону. И отсюда делаете. Пожалуйста, Андрей. Да, да. Мягче кидай. Мягче кидай. Стоп. Стоп, назад, назад, вы уходите и идете просто. И уходишь, и идешь туда. И оттуда делаем. Пошли. Осторожно везде. Везде золото. Пишите. Вот, Юша и Михаила. Вот улица. Ближе встаньте чуть-чуть, когда будет. Все, уходим. Движение. Андрей, Андрей, кто? Делаем, смотрите, кто? Вот так Вика, Вика и Николай стоит. Вот так. А уходим по этой линии, по синей. Так, а теперь наоборот. Подошли ко мне сюда. Все подошли сюда. Все. Вы сюда. Андрей, Маша, вы начинаете. В ту сторону делаем. В ту сторону. Маша, на ковер. Вы... Вот по этой линии, чтобы можно было возвращаться. Пошли. Николай. Пошли. Руки! Руки! Николай, смотри, пожалуйста. Пошли. Ближе, ближе. Ближе. Более динамичный, пожалуйста. Вот так. Хорошо. Пошли. Хорошо, Матвей, теперь смотрите внимательно. Сейчас вы можете мне. Посмотрите внимательно. Здесь уже бьет. Да, то есть мне надо зашивать это. Старайтесь здесь и брать. Старайтесь так брать. Значит, посмотрите. Сейчас вы, вот у вас. Один ковер, второй ковер. Один пытается второй. Вот только здесь. Где работаем аккуратно? Здесь стекло, там стекло, лампа. Значит что? Вы делаете. Пас. Вам дали пас. Параллельно. Вы остановились. Ваш партнер написал сюда. Но здесь будет все бегать. То есть Маша с ним. То есть как по пару. То есть получается так. Маша, пас. Раз. И убежала. То есть я тоже подвинулся. А здесь будет еще бегать. Я ездил. Все передвинулся. Или куда-то туда. Понятно, да? То есть вы друг другу, туда не заходим, здесь и здесь. Пошли. Пас через партнера, друг к другу. Стоп, Андрей. Вот и сами, второй этаж. Только вот здесь двигайтесь. Пошли. Двигайтесь за, прячьтесь за игроком. Так, стоп. Андрей, Николай.
Вика Маша, вы показываете ее. Скажите, пошли. Забегай, забегай для партнера. Дал пас, передал. Между двумя давай. Да. Михаила, сюда, Михаила. Михаил стоит далеко, надо ждать действия. Почему мяч падает? Почему передача пути? Сейчас разводим. Первый дальше. Пошли. Хорошо. Мате. Ушли сюда, сели. Значит, сейчас так. Мальчики на колени. Мальчики на колени. Вручите, пожалуйста, ноги параллельно. Какая правая нога? Значит, вы сюда двигаетесь. Вы передаете друг другу. Василий. Вы передаете друг другу мяч. Девочки, вы забираете. Ваша задача забрать мяч. Ваша задача коснуться мяча и сбить в сторону. Тогда вы будете стоять по кругу, а они будут бегать. Итак, начинает Михаил. Вперед, пока не скажет мяч. И Михаил. Стоп, забирай мяч. Забирай мяч, Михаил. Забирай. Нет, в руке, в центре. В центре. Вот так, не давай. Пошел, пошел. Нет. 5 секунд и передача. Вика, помогай. Вдвоем. А вы двигайтесь, двигайтесь. Ползи. Забирай. Забирай. Так, мальчик сели. Так, да. Значит, девочки, не держать полчаса. 4-5 секунд. Готовы? Оп. Сейчас первый сразу слушай. Играйте! Стоп. Да. Так. Отвлекаешь. Готовы? Начинаем? Да. Давай. Бегай. Молодец. Вот так. И через него, право или влево? Стоп. Хорошо, стоп. Андрюха. Девочки, ну давайте сверху. Дайте право тебе. Эй! Стоп, Мате. Слезьте оттуда, чтобы сюда сесть. Вот туда. Готовы? Ручки держи, Михаил, держи. Отсюда. Есть, так, пошел, пошел, следующий, следующий, ноги бери. Два, давай. Раз, вот, куда, стоп. Посмотри, если он вдруг высокий, да, ты то ли походишь в лампу, или он заберет, бросаешь или сюда, или сюда, или вниз между ног туда, не на наверх, как убью. Готовы? Пошли. Михаил, ты можешь руки держать? Давай. Сейчас будет стоять. Сузы. Куда ты кидаешь? В руки кидаешь. Смотри, следующий. Брат, ты болтался. Суз никогда. Ланник. Подманулся. Вот так, бегать, бегать, и тебя... О, блядь! Долго, долго! Куда ты ей кидаешь? Мате, все, девочки, девочки ушли. Какая вот эта больная? Дай мне ручку. Какой-то это... Так, приготовились, мальчики. Еще раз, вы выходите за желтым. Вы можете выходить? Можете выходить.
только на колени. Еще короче. И после трех дисков. Ты первый, ты первый. Вперед. Ай, репите. Не жгите, просто давайте пар. Сядь на колени. На колени, да, на колени. На колени просто. Будете понимать, будете отжиматься. Приготовились? Отлично, стоп, 5 отжиманий. Маша. Раз, два. Ты пока не ходи, ты возьмешь две пушки. Да. А, ты бегал, значит, ты домашний. Готовы? Отжимай. Вот сюда. Девочки, 10 раз, мальчики 30. Значит, смотрите, девочки, вы по 10 раз делаете, мальчики делают по 20. А я сейчас возьму что-нибудь по 20. Двигайся туда.
Что? Михаил помогает. Михаил, не дай Боже, дотронешься. Мы будем приседать. Ну да. Где нас? Работает. Раз, два.